Вводная тренировка для начинающих. Итак, первые шаги в фигурном катании. Идем по льду, лицом на ход вперед. И мягко приседаем, удерживая потолок. Поднимаем бедро с пяточки на носочек, перекатываемся. И приседаем в колени. Скольжение происходит за счет движения коленей и руки на ход вперед. Еще раз, будьте любезны. С пяточки на носочек. Не боимся, идем спокойно, уверенно, сбрасываем ручки. Спасибо. То же самое спиной вперед. Приседаем. Третья позиция. И так же, как в туфельках, переносим ножку. Нет, мы перекатываемся мишка-косолапы. По лесу садимся. Идет шестая позиция. Бедрышки назад. Встали, развернулись в обратную сторону. Шишки перекатываемся, собирает в корзиночку, кладет и бедрышки назад. Спасибо, встали. Третье упражнение, фонарики вперед и назад. Совмещаем с приседанием. Итак, начинаем фонарики на ход вперед. Деми-плие, вторая позиция рук и рисуем коленями круг. Совмещаем ножки и опять рисуем коленями круг и встаем. Встаем. Опять сели. Рисуем коленями круг и встаем. Сели. Коленями потянулись вперед. Будьте любезны к нам боком. Все то же самое. Вот здесь обязательно вот этот мягкий кач. Обращаем внимание. И коленями нарисовали круг. И собрали, встали. Еще раз. Коленями нарисовали круг. И собрали, встали. Теперь коленями нарисовали круг и перешли в шестую позицию. Пяточки довели ровненько, сели, сели максимально. Едем за счет коленей и движения руками на ход вперед. Спасибо. Теперь то же самое назад. Фонарики на ход назад. К нам сразу можно садиться спиной, например, вставать спиной и будем садиться. Здесь мы начинаем с обратной третьей позиции. Толкаемся, толчок происходит с обратной третьей позиции от носочков и коленочек. И нарисовали пяточками круг, встали. Опять сели, собрали носочки. Пяточками круг, встали. Еще раз пяточками круг, в шестую позицию вывели, сели. Бедрами едем назад. С корпусом чуть-чуть подняли. Вот. То есть мы просто уводим бедра назад. Еще раз, пожалуйста. И сели, встали. Сели, встали. И сели. И шестая позиция. Потянулись. Спина. Вот. Спасибо. Поднимаемся. Учимся вставать на зубцы. Мягкий перекат на зубец. Значит, сначала мы встаем с вами лицом ко мне, потом вы то же самое проделаете боком. Учимся перекатываться в коньках и вытягиваться, а также учимся ловить баланс. И встаем на зубчики. Подтянулись, вытянулись. Хорошо, встали обратно. Еще раз, вытянулись. Прям повыше стараемся. Встали обратно. Вытянулись, будьте добры, боком. Вытянулись, встали обратно. Еще раз. Вытянулись, хорошо вытянулись, встали обратно. Вытянулись, встали обратно. Сейчас пятым упражнением мы попробуем встать на пяточки. Делается это очень аккуратно, и носочки раскрываются. Попробуй, пожалуйста, нам показать. Пяточка правой ноги, пяточка левой ноги. Стоим. Не надо на носочки, только пяточки. И правая нога, левая, стоим. Теперь на нас лицом. И правая, левая, стоим. Теперь правая еще раз. Левая, стоим. То есть надо подсесть, чтобы правильно поднять
вывести ножку первую, подсесть, да. А теперь стараемся соединить пяточки, носочки боком к нам, пожалуйста. Мы делаем на правую пяточка, на левую пяточка, на правую носку, пожалуйста, на левую носочек, носочек. Вытягиваемся наверх с ручками. Еще раз. Пяточка, пяточка, носочек, носочек и с ручками наверх. Еще раз. Пяточка, пяточка, носочек, носочек. Спасибо большое. Итак, шестое упражнение. Выпады в сторону. С переносом веса тяжести с одной ноги на другую. Совместно с поворотом плеч и рук и без поворота. Раз. И два. И раз. И два. Теперь с поворотом. И раз. И развернулись. И раз. И развернулись. Можно с подтягиванием колена, пожалуйста. И раз. И развернулись. Тогда устойчивее. Стараемся стоять на ноге. Раз. И развернулись. Итак, таким образом мы учимся удерживать колено опорной ноги и при этом не перекручивать корпус. Отлично. И заканчиваем мы наше с вами первое пробное занятие поклоном. Ну, с какой? С правой начнем, да, ноги? Хорошо, начинаем с правой ноги. Вперед, выкатились и назад, сели. Заодно отрабатываем подъем и стараемся удерживаться. Поднимаемся на другую ножку, то же самое. Выкатились, сели и поднимаем себя. И поднимаемся. На этом наша тренировка окончена.